А ну попробуй посинул что-нибудь за себя. Купили вот такую вот штучку, пытаемся что-нибудь сделать. Стабилизатор на смартфон, да. Вот, и у нас небольшие проблемы, мы уже минут 10. Ну, это два пацана из деревни Донецка пытаемся что-нибудь разобраться. Вот, и что-то такое. В принципе, что-то да получилось, боимся сломать. Вот, ну, скоро будет чуть получше. О, это рука. А ну-ка тут что? Ну-ка. А я если головой буду вот так дергать. Не, голова не стабилизирует. Не, не помогает, да. Не. Это же разные вещи. Это если я буду рукой дергать. А ну давай ты рукой дергай, а головой буду. Должны быть, короче, типа у нас там, ну, мы типа ровные пацаны. Стабильный. Улучшена стабильность. Вот видишь, он горизонт это держит четко, от руку кренешь. Ага, улучшена стабильность клиента, короче. Сегодня вышел микропатч вот за определенную сумму. Тут у нас секиринки. Так, джойстиком можно повернуть сейчас в другую сторону. Смотри. О. Как опа, же это долго. О, сейчас верну назад. Это у нас... Верх-вниз тоже наклон. Июнь месяц 13, да, сегодня? 13? Довольно, да, 13 число, люди ходят в куртках и в шапках. А нет, это у него прическа такая, я думал, чел идет в шапке, ушанки, я понял. Так, а ну-ка давай налево, не в ту сторону. Чик. О, блин. Гоблин. Сейчас голову скрутишь. Налево уже два оборота сделал. У него упорчик есть, вот он. Он до упора не только на. А вон может, смотри, джойстик он еще вверх вниз наклонять. Может, да. Прикольно.